приступил к поклейке дверей на Honda CR-V. Вот уже первый слой заклеил с этой стороны. Сейчас я вам покажу, как это все выглядело раньше. На двери под обшивкой вот такой вот пыльник, который мы удаляем. Вместо него мы наклеиваем нашу шумоизоляцию. А вот дверь уже без него. Собственно, она пустая, в ней нет ничего. Абсолютно голый металл. Вот, сейчас будем обклеивать их.